Всем привет, я Вика. А я Артем, и это программа «Полуостров сокровищ». Друзья, сегодня мы приехали в одно из самых популярных мест нашего города, в его центр. Мы находимся на Аваческой бухте. Для местных жителей это уже давно полюбившееся место, но туристы испытывают настоящий восторг, когда приезжают сюда впервые. Именно поэтому я уверен, что нас сегодня ждет максимально насыщенный день, полный открытий. Ну что, тогда вперед за приключениями? Погнали! В течение одного дня мы будем заполнять нашу карту сокровищ и получать монетки за самые яркие впечатления. А в конце узнаем, кто победил и какой вид отдыха интереснее в данной локации. Нежные волны, легкий морской бриз – это то, что нужно. Поэтому я и решила сегодня отправиться на море. Для меня морская прогулка – это прежде всего возможность посмотреть пейзажи с воды, попробовать морские деликатесы и, конечно же, порыбачить. Наша яхта называется «Эсперанс», что в переводе значит «надежда». Понадеемся на хороший отдых. Но прежде всего безопасность. Выход в море на яхте – дело опасное. Вся наша группа внимательно слушает, ведь от того, как мы будем соблюдать правила, зависит не только удовольствие от прогулки, но и порой сама жизнь. Находиться на палубе без спасательного жилета запрещено, поэтому мы не будем нарушать правила. А на настоящей яхте действуют правила настоящей морской походки. Две ноги обязательно должны быть на ровной поверхности, а руками опираемся на третью точку. И наслаждаемся! Наконец мы оставляем за спиной причал и отправляемся на прогулку по Авачинской бухте. Она считается одной из самых больших в мире. В поперечнике достигает почти 24 километра, а наибольшая глубина бухты – 25 метров. С моря перед тобой разворачиваются такие пейзажи, а еще очень удобно наблюдать за птицами и животными. Их в Авачинской бухте очень много. А вон та маленькая птичка с оранжевым клювом – это птица-топорок. Вот и первые животные. Друзья, я думаю, что наш город Петропавловск-Камчатский особенный, потому что, гуляя здесь, ты прям чувствуешь настоящее единение с природой. Умиротворяющая водичка, волны, легкий морской бриз – все это то, что нам сегодня не нужно. Мы сегодня за экстримом. Именно поэтому я взял с собой настоящую рыболовную удочку. Здесь вместе с жителями будем проверять, как клюет сегодня. Я думаю, что рыбалка прямо в центре Петропавловска – это одно из самых старых и популярных бесплатных увлечений, причем для всех жителей города. Мне кажется, что здесь рыбачили с самого дня основания Петропавловска. Потому что море есть, в нем очень много рыбы, а осталось только подготовить удочку и чтобы было немножко везения. Мы сегодня взяли с собой немножко морских деликатесов, обычную, самую обычную удочку. И очень верится, что нам сегодня удастся поймать какую-нибудь сочную, вкусную камбалу. Ловись, рыбка большая и маленькая! Ворвалась леска. Вот она, красота! Я не знаю, как так получилось, но это не совсем тот улов, на который я рассчитывал. Я сегодня реально поймал морскую звезду. Пока мы идем к самым рыбным местам, я, пожалуй, попрошу научить меня управлять яхтой. Ну, или хотя бы показать, как это делается. Лодка идет прямо. Глаза испуганные делать не надо. Попробуйте сами. Если я сама попробую, следующая остановка будет Монако. Чудеса на виражах. И вот мы на другом берегу бухты. И судя по впечатлениям жителей Камчатки и туристов, на этом месте всегда можно что-то поймать. Здесь, в бухте, тихая, всегда много камбалы. Вот и я решила порыбачить. Главное иметь немножечко терпения и рыбацкой удачи. И того, и другого у меня хватает, поэтому давайте попробуем.
Вот она моя первая рыба. Рыба моей мечты. А, тяжелая. Здоровенная камчатская камбала. Вот он мой первый трофей. Наша прекрасная Анна забралась на самое дно Авачинской бухты и вернулась с добычей. А вот вы говорили, под водой очень красиво, что там так, там так завидую вам. Там актинии, очень много живности, мидии, всякие улитки, ракушки, крабы. Рассказывайте, что вы поймали интересного сегодня. Сегодня вот такие вот прекрасные малыши-стригуны. Ой, волосатики, извиняюсь, это волосатики. Ну, мы их не будем кушать, мы с ними пофотографируем. А можно потрогать? Допустим. Да, конечно. Ой, какие колючие. Взять, только вот так вот. Вот так. А то, перекусит палец, если захочет? Да, не перекусит, но больно будет. Вот такие вот милоши. Так, что там еще? И ежики. А ежиков мы съедим, очень полезно. Ну, сейчас узнаем, насколько он вкусный. Едят черную часть, да? Нет, наоборот, желтенькую. Это икру едят. Мы будем пробовать икру морского ежа. Даже страшно немножко. Я вместе с вами это могу сделать, только руками. Хотите? Давайте. Чтобы вам было не так страшно. Все, пробуем. Как будто очень-очень маленькая икра красной рыбы. Вкусно. Самая вкусная часть поездки – краб. Расскажите, пожалуйста, как его чистить, как достать самое вкусное? Очень легко. С большой, так. С красивой. Начнем хорошо? Давайте. Смотрите, это тоже можно есть. Угу. Которое так называют салатное мясо. Ага, сейчас вот мы... оно все здесь, да? Да. Сейчас мы его только отрежем, а дальше покажем. Это сегодня выловили, да? Да. И сварили. Он же вареный, да? Это... Да. В морской воде. В морской воде? Да. То есть не солено, ничего. Нет. Вот как есть. Шикарно. И все. Так вот чистите, открываете, и вот вам свежее мясо. Вот как крабовая палочка настоящая должна выглядеть. Самая приятная часть – дегустация. Нужно ли что-то говорить, что это очень вкусно? Где еще можно в один день поуправлять яхтой, поесть свежевыловленного краба, ежей? Артему такое и не снилось. Я уверена, что сегодня победа будет за мной. Мне теперь тоже захотелось выйти в море, посмотреть на камчатские красоты, на гладь воды, на животных, но не с яхты, а так, чтобы я сам мог управлять своим собственным судном. Стоит отметить, что для каякинга Петропавловск – идеально подходящее место. Во-первых, близость от центра города, всего 20 минут, и мы можем уже спускаться на воду. Во-вторых, Авачинская бухта, она самая большая, она интересная, и маршрутов может быть множество и любой сложности. Ну а в-третьих, друзья, это хоть и не совсем дикая природа, но уж точно дикие животные. Посмотрим сегодня на них обязательно. Ну что там, говорят, мужики не носят юбки. Это не про каякеров, потому что эта специальная юбка не дает нам сильно промокнуть в каяке. Одевают все. Так близко,
этим ребятам. Я еще не плавал. Вон еще один, смотри. Место, в которое мы прибыли, называется детский сад. Именно здесь легко и всегда можно обнаружить маленьких особей ларк вместе с родителями. Здесь вода просто теплая из-за того, что глубина небольшая, около 5 метров. Вот они прямо рядом проплывают, смотрите! Вот так вот. Мы прибыли понаблюдать за ними, а они проплывают рядом, чтобы понаблюдать за нами. Ой, поездка выдалась просто супер. Мы видели столько прекрасных животных. Мы выживали как могли. Я прокачал себе бицуху. Супер, это класс. Каякинг, зачет. Вот мы и достигли трех братьев. Эти скалы являются одной из визитной карточек Камчатки. Про них ходит очень много мифов и легенд, но я просто сфотографирую их на память. Как жаль, что все хорошее так быстро заканчивается. Я сегодня научилась управлять яхтой, чем Артем вряд ли может похвастаться. Удачно порыбачила, ела свежие выловленных морских ежей и крабов, видела трех братьев, множество птиц и животных и вообще увидела Камчатку с другой стороны в прямом смысле этого слова. Я счастлива. Как бы то ни было, но пришло время подводить итоги. Ну что, я, по-моему, шикарно отдохнула и даже, возможно, победила. Слушай, ну с твоим релаксом на яхте, конечно, я бы тоже не отказался. Хотя мне тоже удалось совершить небольшой морской круиз, хоть и судно было поменьше. Друзья, ну что, пришло время посчитать количество монет. Кто же сколько набрал? Давай посмотрим. Ну, очевидно, победа за мной. Прости, Артем, не сегодня, не сегодня. Ну, как говорится, не в этот раз, так в другой. Я уверен, что я все наверстаю уже в следующей передаче. Друзья, а вам же желаю отдыхать на Камчатке с умом и также вкусно. Пока-пока. До новых встреч. А мы напоминаем, что каждый житель России до 30 сентября 2023 года может принять участие в конкурсе видеороликов «Дальний Восток. Земля приключений», объявленного полпредом Дальневосточного федерального округа Юрием Трутневым. Если вы старше 10 лет и хотите рассказать всем о невероятных туристических местах нашего края, заходите на портал путешественникдв.рф. Читайте условия и дерзайте! Главный приз составит 3 миллиона рублей. Снимайте, как вы путешествуете по Камчатке. И пусть вам улыбнется удача.